Говорят, что верблюды еще и как транспорт ништяк. Но казахстанцы пока что предпочитают железных коней. А ведь это лишняя головная боль. Найти запчасти, обойдя 5 базаров, сделать качественный ремонт без накрутки. Да что там, даже автомойки не всех устраивают. Но выход найден. Теперь все услуги можно заказать парой кликов и с бешеной скидкой. Разработчики приложения 100 грамм проявили свою креативность еще до запуска проекта. Наверняка многим глаза обожгли снимки полуголой казахстанки на фоне внедорожника. Но девушка оказалась частью черного пиара. Мол, она не ломается, в отличие от тачки своего парня. Мой парень предложил мне сфотографироваться у его машины. Я согласилась, не ломалась, не то что твоя машина. На такую провокацию клюнуло немало людей, а значит, пора и презентовать свое детище. Авторы говорят, они собрали решение всех автомобильных проблем в одном месте. Заядлая любительница руля и дороги, актриса Сая Уразгалиева, первая примчалась опробовать ноу-хау после печального опыта. Мне вот прям починили то, что, в принципе, здорово работало, за 70 тысяч тенге. Вот, а потом я узнала, что все у меня было исправно. На висках порой это затратно и по времени, и по финансам. Зато теперь достаточно лишь указать свой город, необходимую запчасть, желаемую цену, контактный номер, и продавец сам выйдет на связь с пользователем. Та же самая процедура коснется и механиков с СТО, и автомоек. Ведь теперь зародится здоровая конкуренция. Если вы обслужили хорошо, вы попросите своего клиента оставить вам отзыв и рейтинг. У кого больше отзывов и рейтингов, он будет выше по списку, то есть, соответственно, брать больше заказов. Это естественный отбор. Скачать приложение можно на любой смартфон, а починить машину онлайн и без сумасшедшей накрутки стало реальностью, обходя недобросовестных мастеров стороной. Главное – не скупиться на отзывы и проявить водительскую солидарность. Яна Пучкова, Руслан Хасанов, Новости Ревью.